Следственным комитетом Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Чуваши Александра Ефремова. В результате незаконного предоставления в аренду указанного земельного участка и неправомерной добычи полезных ископаемых был причинен существенный вред окружающей среде, а государству причинен крупный ущерб в размере более 5 400 000 рублей. Факты противоправной деятельности обвиняемого выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике и сотрудников Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры. По ходатайству следователя подозреваемый временно отстранен от занимаемой должности. Следователи Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике совместно с органами прокуратуры и контрольно-надзорными органами принимаются меры по возмещению причиненного материального ущерба.